Всем привет! Сегодня посмотрим заявку от Майкла на группу Ливен. Это уже будет трибьют фонду по борьбе с раком Дио, так как группа Дио очень вдохновляет Лилиан. Вот они сделали такой трибьют им. Сейчас посмотрим, что будет. И песня называется The Last in Line. Честно, я не знаю, это, по-моему, песня Дио. Если вдруг ошибаюсь, то напишите в комментариях. Так что давайте сейчас посмотрим и узнаем. Сейчас как рок дадут, может, конечно, это будет в дальнейшем, но сейчас посмотрим. Magic down to our fear is all.
Итак, вот такая была песня. Очень прикольно звучит, это в стиле Дью. Это, походу, есть кавер на группу, потому что очень-очень стиль похож в звучании в песне. И вокалистка все такие же делает движения, как Дио делал. Вот, и тут прям видно, как они кайфуют от этой песни, что они ее играют. И мне кажется, что вокалистка немножко превратилась в Дио. Какие-то такие черты есть у нее. Вот, и это прикольно звучит. Это очень классно, что ребята так делают уважение, дань отдают им вдохновителям и так далее. Но это прикольно, что они, что у них есть, скажем так, наставник, к которому они стремятся и делают очень все хорошо. Так что это, в принципе, группа, вот сколько мы уже посмотрели песен, они все песни очень делают замечательно, хорошо играют и отыгрывают эмоционально. И, в принципе, тут даже каких-то, ну, у меня даже слов нет сказать, что что-то плохо здесь нет. Здесь вообще ничего плохого нет, все очень даже хорошо. Так что я думаю, что ребята заслуживают большого внимания к себе, и чтобы у них фан-база росла. Так что спасибо большое всем, кто посмотрел со мной этот клип. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень большая поддержка для моего канала. И также, если хотите поддержать, у меня есть Patreon и PayPal. Все в описании, переходите, смотрите. И также это все мне поможет для того, чтобы быстрее накопить для деньги для своего оборудования. Так что спасибо всем большое, кто поддерживает меня. Увидимся в новом видео. Всех обнимаю. Всем пока. Бай-бай.